Здорово, пацаны, с вами снова Саня, и сегодня мы продолжим играть в Clash Royale. Мне нужны мухи. И на чем будет моего пламенного контрить мухами? И мне спарки нужны дыхать чем-то. У меня есть таран. А я даже не знаю, чем дефать спарки. Вот он это бесит просто, когда у него противник вот. Давайте вот так сделаем. Что? Ты угораешь? Ну серьезно? Не, ну тут я проиграл. Еще и этот. Кабанчик, мне его точно дефать нечем. Ну, даже дракончик не присосался. У него еще и беги. Так. Файербол. И вот смотрите, мне нечем дефать просто вот эту принцессу. Она наносит дамаг. Мне нужно дефать её принцем. Давай, разгонись. По спарке. Давай по спарке. Нормально, по ушке тоже. Хорошо, хорошо, все. Я доволен. Сейчас нужно чем-то дефать спарки. Давайте тараном. А тут гоблины. Отлично, мне эти варвары очень... вот так вот. Задефались как смогли. И вот опять, смотри, сколько дамага мне нанес Хог. Которого мне нечем дефать. Пламенный. Принц. Фаербол. Клон. Ну, я зря его кинул, конечно. Ну, просто так. Ну просто так. Так, видео у меня случайно не дозаписалось дальше. Но это не проблема, так как сейчас давайте быстренько глянем мы повторчик с турнира. Давайте досмотрим, что было в конце. Так, как видите, мы выбираем карты. Давайте мы это быстро все промотаем, потому что это мы все видели. Угу. Вот начался бой. Тут мы били со спарки. Это называется камбэк. Вот смотрите, вот чисто мы проигрываем, потому что нечем дефать мне Хога. Очень быстро, чтобы задефать его. Видите, вот дамаг идет просто по мне большой. Так, сейчас мы опять пытаемся как-то задефать спарки. Но смотрите, сколько урона наносит Хог. Спарки-то мы задефали на Хога. Так, и наконец-то берем просто... И ничего не делаем, потому что у нас опять не получилось. Но тут я попытался. Кинул таран с... Так. Давайте на этом моменте поставим паузу. Как видели, я кинул таран вместе с исцелением. У меня что-то получилось, так как его было сложно уже вырубить. Сложнее. И мы благодаря этому быстро забрали вышку. Так как там уже никто не защищал, я кинул уже фаербол. И там кто-то сзади забрал уже. Тут противник кидает Хога на мою главную вышку, и принцесса еще идет. Но я пошел по другой вышке и попытался ее забрать. Кинул пламенного дракончика и следом за ним принца. И вот смотрите, что у меня получилось. Как вы видите, я его сделал. Пламенный дракончик присосался к вышке и высосал все, что было можно. Если можно так сказать. Так. Я надеюсь, дека будет недорогая у меня. Отлично. Банда гоблинов. Стража. Но мы нанесли урон. Кинем мы духов.
Fire на стражи. Ой. Хотел. Хотел я. Fire. Ну что, угорает что ли? Вот так попробуем сделать. Не, ну нельзя так издеваться. Как смогли? Чувствую, все-таки проиграют. Отлично. Почти сравняли. Да он бесит. Серьезно достает. Его шахтер он просто... Банда гоблинов. Почти. Вот так вот принцессу под рейджем. Ледяной колдун. Забирает он нас вышку. Ладно, переключаюсь на другую. Мне не нужна больше твоя другая вышка. Нужно только задефаться от него. А сейчас ледяной колдун. Плюс кладбище. Он решил не дефать. Ай, зря. Ладно. Огненные. Вот так вот. Отлично. Ну, как-то так. Я думаю, мы его заберем. Все. Я его заберу. Да, отлично. И на этот аккаунт приходит 10 хила. Это очень круто. У нас есть дракончик. Дракончик плюс ледяной дух, я не знаю. Давайте попробуем. Ну, мы почти убили это. Убирать что ли? У него есть яд, гигантский скелет, мушкетер. Меня это не радует. Вроде бы он не дошел до вышки, да, не дошел, поэтому мы кидаем принцессу и наносим дамаг. Так, рыцаря он поставил. Отлично. У нас есть ракета. У нас есть ракета, это круто. Так, мы нанесли больше дамага. Поставим печку. Отлично, как раз идет его жирники этот.
Отлично, мы вас убиваем. Ставим принцессу. Еще разок, пожалуйста. Отлично. Как-то так. Отлично. Больше нечего сказать. Вот так вот. Отлично. Приходится вот такую печку ставить. Отлично, стрелу он потратил. Мы ставим принцессу. Я не знаю, почему он до этого не дефал принцессу стрелами. Ой, ребят, он дошел. Я даже не знаю, куда дефаться. Так, я извиняюсь, что молчу. Думаю, что бы сделать. Я сейчас попробую скидать ракетами. Я ядом кидает. Все, пацаны, я выиграл. Даже вот так выиграл. Изи. 300 хп. О. Зря. Надо было молнию себе взять. Можно было сбивать сразу по вышке, по сборщику и по юниту какого-то. Знаете, что я сейчас делаю? Вот так вот должно получиться. Ну, не получилось, но ладно. Противник тратит последний элик, и ему нечем дефаться. Отлично. Дамаг пошел. Так. Вот так вот. Очень хорошо получается. Вот так вот, думаю, сделаю. Ну, сейчас будет, наверное, молния. Ага. Да. Так, ладно. Что у противника есть? Я так и не посмотрел. Ладно, сейчас не буду вспоминать уже. Гончая. Да. Банду. Боулер. Ледяной. И принц. Все. Все
Все, пацан. Я тебе сделал. Да, не старайся. Минусушка. Угу. Еще одну лаву. Банда гоблинов. О, пацаны, это трешка. О, противник это уже понимает. Поэтому он просто уже сдается нам. Круто. Вы просто не представляете, насколько я сейчас доволен, как бы. У меня на своей основе я максимально 6 побед делал в любом испытании вообще. Ну, я и не старался, конечно, сильно. Так, пацаны, 8 побед. Для меня это рекорд просто, не знаю. Так, твой приз 4650 золота, 210 карт. Как я вам уже говорил, у меня друг выбил с 7 побед легенду. Это было бревно, конечно, но легенда. Вот тут я тоже очень хочу сейчас выбить легенду. Поэтому давайте попробуем. Итак, открываем. Так, золото. Разряд. Ладно. Испытание мы прошли на 8 побед. Несмотря на то, что нам не упала легенда, все же мы прошли, да, на 8 побед. Это для меня рекорд, как бы. Ну, и мы не отчаемся. Ну и на этом, я думаю, мы закончим. С вами был Саня. Также не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Заходите в мою группу ВКонтакте. Добавляйте меня в друзья, также ВКонтакте. Ну и всем удачи. До встречи.